Продолжим выпуск новостями в Казахстане. В Шымкенте в этом году построят и реконструируют более 200 автомобильных дорог. Из бюджета на это выделили 34 миллиарда тенге. Список, который составляли с учетом мнения водителей, попали самые загруженные трассы. Также за счет этих средств будут ремонтировать уже существующие дороги и ставить новые современные остановки. Мегаполис продолжит обновлять также общественный транспорт. С этого месяца на двух маршрутах начали курсировать новые автобусы. Подробности в сюжете. На улице Шымкента выехали новые автобусы, пустили их по маршрутам 26 и 34. Именно они вызывали нарекания у горожан. Людей не устраивали старые, душные, зачастую технически неисправные автобусы. Теперь решено избавиться от устаревшего парка. Интервал очень хорошо соблюдается. Интервал 7-8 минут, 15 автобусов, комфортно. Главное, чтобы дальше так же продолжалось. На новых автобусах ездят теперь и жители окраин. В городе в рамках транспортной реформы продолжается также расширение маршрутной сети. С перевозчиками, которые не могут улучшить условия для пассажиров, решили расторгнуть договоры. Мы им несколько раз предупредили, письмо направили, и они не смогли обновлять свои автобусы. Мы вот с 1 мая мы расторгнули договор. Нам нужен качественно обслуженный в основном. Обновления ждут и городские дороги. В этом году построят и проведут реконструкцию 67 километров. Еще 19 километров капитально отремонтируют. Из бюджета выделили средства также на средний ремонт дорог, установку новых остановок, светофоров, знаков. На сегодняшний день только в Абайском районе есть 1034 улицы. 65% из них заасфальтированы, остальные нет. Есть 300 километров автомобильных дорог. Разработали соответствующий план, работа ведется. Одна из самых долгожданных дорог в микрорайоне Интымак. Сейчас строители кладут здесь последний слой асфальта. Затем перейдут на соседние улицы. Неравнодушных горожан попросили помочь улучшить качество и дать оценку новым дорогам. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар 24.